Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами посмотрим вот такой интересный универсальный пульт. Это пульт для телевизоров и ресиверов Pioneer. Данный пульт очень актуален, так как оригинальные пульты для ресиверов Pioneer стоят от 5000 и выше. Цены вообще космические, поэтому данный пульт абсолютное спасение для тех, кто не может найти пульт для своего ресивера. Вот такой вот у него бренд-лист идет. Кодовый лист, здесь изображены пульты, которые он меняет, и коды для этих пультов. Коды очень мелко изображены, в принципе, понятно. Данный пульт настраивается только одним способом, это ввод кода из вот этого вот листочка. Вы находите изображение вашего пульта, который у вас был родной, и запоминаете код, который под ним написан. Например, здесь мы берем пульт от ресивера AXD1570. Его код идет 014. Код указан 014-AXD1570. Код 014. Запоминаем этот код. Берем наш универсальный пульт. Зажимаем красную кнопку Standby. Зажимаем кнопочку Open Close. Индикатор загорелся постоянным красным светом. И сейчас мы будем вводить код 014. 0. Так, что-то он не увидел, наверное. 1, 4. Нет, ему плохо что-то. Еще раз. 0, 1, 4. Все в порядке. Он моргнул два раза. Это значит, что код принят. Проверяем наш пульт на ресивере. Нажимаем там все кнопки. Проверяем функции. Ищем, которые нам нужны. Вот так легко и просто данный пульт настраивается. Данный пульт вы можете приобрести в нашем магазине. Ссылку на этот товар я оставлю в описании к этому видео. Спасибо за внимание. До новых встреч.